Сейчас покружись. Немедленно покружись. Хоть. Снюхурочка. Да, Ангелина, красивая куртка. Красивая. Так, не на хуй. Я, кстати, ну, она не длинная, но средняя такая. Да? Ну, что ты не хочешь сказать длинную? Ну, теплая такая, ого. Зимняя. Теплая. А я думаю, нет. Не нравится? Нет, я думаю, не зимняя. Я думаю, такая холодная осень. Девушка, это зимняя или какая-нибудь? Мам, одна кругом распродажа. Какие красивые тюльпанчики. А где новые? Смотрите еще, какие цветы. Розы. На пыльцой, как будто снег лежит. Картины. Декор. Арбузы. С шашлыками. Что? Ангел. Ну что, арбуз как? Я не поняла. Отстань, дай-ка. Ничего, вкусный. Ох, не плюй на меня, пожалуйста. Не знаю, с той стороны, но и все. Шлычок. Каждым разом они лучше и лучше получаются. Поливать будем? Соленкой? Не надо. Мне кажется, не так водой будут соленые. Пресный. Такой можешь пресный полить. Так что, вкус арбуза домашний арбуз? Желтый почему-то. Вкусный. Странно. Так, ну что это? Я не знаю, где синий. Ну, где-то лежит, а где? Ой, как пахнут. Вкусненько пахнут. Ангелочка, ты слышишь, как пахнут? Ангелочка в двух куртках. Пошел дождь. Шашлычок как пахнет. Каким горелым? Первый раз как раз не горелым пахнет за все время. Где моя девочка? Где мой хлебочек? Где мои хлебочки? Вот мои маленькие. Вот большие куски сделали. Порежутся. Посмотрите, я откусила. Как смачно. Илюша, вкусно? Боровичок, как всегда. Когда мы делаем шашлык, вечно идет дождь. Что за напасть? Это твои куртки-то? Мои. О, вот это я поняла, соленые огурчики. Тебя выложить-то? Нет, ты любишь мамины соленые огурчики?